Привет, Марина. Привет, Марина. Посмотри, какой у тебя подарок. А ну-ка, расскажи нам, что это такое. Давай деткам покажем. Ну-ка, это такая большая игрушка, принцесса. Как ее зовут? Королева Эльза, да? И снеговичок Олаф. А ну-ка, будем распечатывать такую красивую игрушку. Олафа и Эльза, да? Да. Ну, давай. А ну-ка, давай мама поможет распечатать. Ой, тут она заклеена. Мама специально ножницы на. Так, Марина. Сейчас мы достанем, вытягивай. Ну-ка, ну-ка, вытягивай, вытягивай. Вот, коробочку мы ложим сюда. Подожди, ее ж. Видишь, я тут привязаю веревочки. Вот такая красивая у нас. В красивом платье у нас. Эльза? Да? Я такую косичку хочу. Специально, давай, мама раскроет. А вот Наталья ее еще закрепили. И ножки. Ой, они еще и в туфликах. Не знаю, эти розовые туфли. Ага, такая гламурненькая принцесса Эльза. И так, а ну-ка держи. Сейчас я Олафа освобожу, держи. Ой, какая красивая принцесса. Я сейчас, подожди, тут видишь, надо аккуратно, чтобы не порезать игрушечку. Вот у нас такой маленький снеговичок Олаф. Такой смешной. Олаф, малыш. А вот такая прекрасная у нас красивая принцесса Эльза. Да? У нее длинные белые волосы. У нее красивые глазки накрашенные. Коса вот такая, на резиночке. Платье с блесками. Вот такими красивыми. Морозный рисунок. Золотой поясок. И главное, что у нее, посмотрите, какие гламурные розовые босоножки. А ну-ка, посмотри. Какие у нее ножки. Смотри, какая Эльза. А ну-ка, давай играться. Как мы будем играться, принцесса Эльзой? Вот так. Ой-ой, я Олаф. Здравствуй, принцесса Эльза. А где твоя сестричка Анна? Блёстки. А где у нее блёстки? Показывай. Вот. На платье? Да, мне найти. Угу. А волосы? Голубое платье с блёстками и волосы на резинке, значит, золотая. А хочешь, распустим ей косичку? А туфельки такие розовые, да, как у Барби? Да? Гламурная такая принцесса Эльза? Да, мне угу. Платье красивое, да? Да. А ну-ка. А волосы какие? Коса вот такая, да, видишь, длинная у нее, да? Отпусти и забудь. Вот такая. Вот такая принцесса у Марины. Красивая. Холодное сердце. Мути холодное сердце хочет смотреть? Ну, пойдем, помаши деткам пока. Пока! Пока, детки. Пока, детки. Пока. Скажи, я пойду смотреть мультик «Холодное сердце». Я пойду смотреть мультик «Холодное сердце». И играться с принцессой Эльзой. И играться с принцессой Эльзой. Ну все, пока, Марина.